Все еще пытаетесь вырваться из города за воздухом, за чистотой, за свободой? Туда, где полет мысли не ограничивается навязанными установками? Туда, где цвета кажутся ярче, а мечты реальнее? Мы развеем ваши устоявшиеся представления о серых городских буднях и покажем, что даже оставаясь в мегаполисе, можно почувствовать истинную свободу. Мы представляем совершенно новое, уникальное жилое пространство для молодых, активных и независимых людей, которые идут в ногу со временем. Мы создаем жилое пространство «Огурцы», которое разрывает шаблоны и выделяется среди серых блочных многоэтажек. Здесь все продумано до мелочей и создано для безупречного комфорта и полной свободы действий. В основе философии нашего жилого комплекса – турецкий огурец. Вы все его знаете. Это миндалевидный узор с заостренным загнутым верхним концом. Символ движения, энергии и развития. Жилое пространство «Огурцы» — это два ярких монолитно-кирпичных дома класса «Комфорт». Высота 22-24 этажа. Строятся по новейшим технологиям. Это значит, что высотки сверхпрочные, теплые, с максимальной шумоизоляцией. Планировочные решения на любой вкус, от студий до трехкомнатных квартир. В студиях пространство отдано под большую кухонную зону и место для спальни и рабочего пространства. Изюминка однокомнатных квартир – светлая кухня-гостиная, большая прихожая и уютная спальня. В двухкомнатных жильцам понравится впечатляющая лоджия необычной формы, гардеробная, а в кухне-гостиной есть место даже для чилл-аут-зоны. Тех, кто любит простор, порадуют трехкомнатные квартиры, просторные и уютные кухни и спальни, а также отдельный кабинет с эркерным окном. В каждой квартире большие окна, которые добавят света помещению и визуально сделают его еще более внушительным. Все лоджии с витражным остеклением – настоящий подарок застройщика новым жильцам. На каждом этаже комфортные скоростные лифты. Единая философия проявлена в каждом элементе, начиная от оформления придомового пространства, заканчивая отделкой входных групп и фасадов. Для безопасности жильцов – фирменные ограждения, которые можно использовать как фотофоны. Снимки здесь получатся яркими, сочными и даже немного дерзкими. Во дворах – ультрасовременные детские, спортивные площадки и игровые зоны. На каждой – травмобезопасное резиновое покрытие, тоже раскрашенные фигуры.